добрую и веселую компанию. Кулинарные истории – это история про то, как дети становятся самостоятельными, а родители и взрослые им в этом помогают и доверяют. Сегодня тема кулинарных историй – это круассаны. Кто знает, что такое круассаны? Эд, давай, скажи, что такое круассан? Булочка с начинкой, да? Особенность круассан состоит еще в чем? Милана, в чем думаешь? Вот от других булочек чем круассан отличается? Тестом. Тестом, вот слоеное тесто. Еще? Формой. Какая форма у круассан? Как месяц, да? Вот эта особенность, ее, ну, так как бы авторами круассанов являются французы, да? Изысканные нация довольно-таки, и у них круассаны самое распространенное блюдо на завтрак, да? Это как бы считается так вот французский шик, когда можно пить чашечку кофе, да, с круассаном. А сейчас круассаны распространились по всему миру, и это очень распространенное, доступное и любимое многим блюдо. Его можно делать на завтрак, обед, использовать как угощение. Вот сегодня вы будете делать три вида круассанов. Это сладкая начинка будет с повидла, потом вареная сгущенка. Это уже как бы российский такой вкус, можно сказать, да? Вареная сгущенка у нас очень любимое лакомство и применяется во многих блюдах. И еще вы сделаете круассан с сюрпризом. Это черный и белый шоколад, который расплавится и будет такая вкусная сладкая начинка. После того, как вы сделаете, разложим на противень все и унесем в духовку. В это время вы за собой все приберете, да? Снимите форму и будете ждать, когда ваши круассаны будут готовы. И дальше можете позвать своих родных и любимых, чтобы пить чай. Хорошо? Как бы очень хорошо, что у нас такая приветливая компания. Я думаю, что всем будет комфортно и хорошо. То есть Галине сейчас слово, она будет делать вместе с вами. Круассаны. Запомнили, да? Мишка.
еще возьми по одной. Вот, молодец. Ну и все, хватит. И надо положить черный-белый, черный-белый. Аппетита и чаепития.